Наконец-то я приехал в свой новый дом. Так, смотрю, уже некоторые коробки с вещами мне завезли. Сил, конечно, уже нет, но лучше сейчас их занести на чердак. Хм, а дом в отличном состоянии. Удивительно, что бывший владелец продал его по такой низкой цене. Но неважно. Так, а вот эту коробку лучше занести в комнату, где я буду работать. Ха, точнее, в мой маленький офис. Ну все, вроде все коробки занес. Теперь можно прилечь, немного отдохнуть. Что происходит? Что случилось с домом? Блять! Что это было?
Откуда здесь взялась эта шкатулка? Похоже, к ней нужен какой-то ключ.